Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Позвони, пожалуйста, на пост охраны Москвы. Скажи, что ты отмечал день строителя на речке и пьяный залез через забор на территорию и пролез в цех. И сейчас не можешь выйти. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Правильно я попал. Это пост охраны, правильно попал. Все правильно. Я прошу прощения, значит, я вот день строителя отмечал здесь, ну, на речке, да. Пьяный вот залез, что-то перебрал, вот что-то залез через забор на территорию, вот, в цех пролез к вам, выйти не могу. Может кто-то там подойти, открыть, не знаю, вот что-то, меня, что-то я сейчас задремал, встал, не пойму, как я сюда залез в цех к вам. Может кто-то подойти. Вы где находитесь вообще? Я сейчас подойду к вам. Да, только трубку не ложите, может просто, я не знаю, вот кричать буду, чтобы вы услышали, где. Я думаю, тут разбить стекло и это самое. Не знаю, в цеху прям у вас здесь лежу, блядь. Ну перебрал немного, залез, блядь. Чё, не знаю, блядь. Алло, вы где, далеко сейчас? Да, да, да. Сколько идти будете? Нет. Сейчас я подойду. Да, только не сбрасывайте, то что-то это самое, связь тут в цеху какая-то хрен, дозвониться к вам, блядь. Вот, лежу сейчас на речке с мужиками, ну, отмечали день строителя, что-то я это самое, ну, перебрал, залез в цех, вот, не пойму, блядь, станки всякие тут, блядь, спал на этом. Сейчас проснулся, понял, ну, типа, в себя пришел, что-то спиздил. Какой-то, думаю, что натворил. Только давай так, чтобы между нами, блядь, потому что, сука, дело серьезное, сам понимаешь. Хорошо, да? Угу. А как вы номер нашли? Как номер нашел, блядь? У меня был-то номер, я же здесь работал-то. Не знаю, если стекло разбить, и вам заплатить, можно так будет? Просто я сейчас хочу... Нет, выйти. Конечно, нельзя. Я хочу срать. Если вы разобьете стекло, я вызову полицию. Я сейчас быстренько разобью и выбегу. Ты... Я сейчас вызову полицию. Не-не-не, давайте между нами решим. Мне проблемы не нужны. Я вам деньги переведу там. Это сам, на этот номер не сколько? Не надо, я вызову сейчас полицию. Не надо. Если сейчас что-нибудь там сделаешь, я вызову полицию. Я сейчас срать здесь буду, потому что я... хочу срать. Понимаешь? Не смей там срать, понял? Ты в смысле, так, блядь? Тогда я разобью и выйду через окно. Я сейчас разобью его. Понимаешь? Либо подойди, открой. Понимаю, блядь. Я сейчас подойду, открою. Я сейчас его быстренько разобью, блядь. Я сейчас приду. Я здесь, я никуда не могу выйти, потому что я хуй пойму, как я блядь, сюда забрался. Я понимаю. Ну так давай, шевелись, блядь. Да я иду. Иди давай быстрее, дружище. Я сейчас разобью, я тебе серьезно говорю. Давай без всяких вот этих милиций и полиций. Как мужчины решим, блядь. Я потому что пьяный, блядь, хуй что помню, понимаешь? Я ну все и нахуй не надо, блядь. Проблемы твои вот эти ебучие. Станки какие-то, матки, блядь, стоят, ебучие. Ты здесь? Я бегу. Ты здесь? Алло, слышишь, да? Алло. Все, я бью на стекло. Все, ты здесь. Сука, твердая. Сейчас еще раз попробую толчок. Алло. Медленно что-то там слишком. Алло. Сейчас я еще ебану. Не пойму, ты где? Ты где? Ай, блядь. Я вот стекло, сейчас стекло, вот сейчас. Яха, блядь. Че, нихуя? О, все, я вышел. Все, все, блядь. Что видишь вокруг? Ох, блядь, сейчас я посру, погоди, срать хочу.
Ой, я бать. Сейчас, сейчас, алло, меня слышишь, видишь, нет меня? Алло. Нет. Сейчас. Я тебя не вижу. Я здесь, вот он я. Сейчас окакаю. Так, подойди нет, ко мне. Я у входа, походу, вот здесь, здесь стекло лопнуто. Разбито стекло сыпалось. Я здесь. Алло. В смысле? В смысле, что в смысле? Вот здесь я сижу, какаю. Стекло, сука. Ты где находишься? Я в цеху вот нахожусь, главное, блядь. В смысле? В смысле? А ты где вообще? Алло. На улице. В цех можешь зайти, блядь? Я здесь, походу, вот, блядь, через стенку. Я слышу шаги, блядь, какие телефон твой, блядь. Ты где? Сейчас, секундочку. А, вот, ты, походу, ладно, все, я побежал тогда. Это самое... Я пойду, да? Ничего страшного, я быстренько. Ты где? Я здесь, я туточки. Вот, дверь открой. Я понял, но я уже открыл дверь, я выбил. Я сейчас выйду и уйду просто. Хорошо, да? Ты где? Алло. Где ты стекло разбил, я понять не могу. Да вот снизу и... здесь, блядь. Ты вообще где есть-то? Где? Так, я вот на улицу где? Вышел. Ну? А ты где? Я в цеху. А, так я ж уже вышел, я ж вон вылез. Я здесь. Я на улице. Сколько тебе? 5000 хватит перевести за стекло или не хватит? Нет, подожди. Что подожди? Что, драться со мной, что ли, будешь? Ни хуя, нахуй, я да пенсионер, какой драться? Что мне делать нечего? Я пенсионер, какие и не хочу этой всей хуй. Я просто уйду все своей дорогой, и все, тебе пятак сейчас переведу, дай хуй с ним, блядь. Алло. Ты где? Да вот он я, блядь, ты что, не видел? Я тебя только что видел, ты проходил с телефона. Где ты меня видел? Блядь, на улице там шел, ты что, внутрь зашел, что ли? Я сейчас на улице. Да, ну я все, я уже вот пошел мимо сейчас возле этого. Сейчас я ухожу уже отсюда. Я тут поставлю там, ну, у тебя деньги на столе, где ты сидел. И все, и пойду себе. Подожди, я тебе открою хотя бы, там все закрыто. Да я, блядь, тут сейчас что-нибудь как-нибудь соображу, блядь, что ты, если, блядь... Да ты сейчас опять что-нибудь разобьешь. Так ничего страшного, блядь, а чё такое? Да какой страшного? Ну а чё? Да то, что ты мне тут меня выгонят нахер, понимаешь? Да, блядь, я аккуратненько всё сделаю. Даже никто не заметит. У меня опыт в этом есть. Где я... ты? А? Да вот, блядь, стекло, блядь, валяется, блядь, везде. Да какое стекло? Ты сейчас где? Я вот стою здесь, возле будки вот этой вот, самой главной. Какой или как она, блядь? Контейнер этот, блядский, ищи как. Ты сам-то где делся-то? Все, я вот сейчас вот в цех. Вот я на улице. Сейчас я в цех зайду, там, где я был. Я сейчас постою, тут станки смотрю, стоят разные, интересные. Ничего, блядь, так жаль, что тяжелые, блядь. Как бы я их забрал. А? Да вот, стоят какие? Тут. Не понял. Что видишь? Ну, стоят вот это синие какие-то, что-то тут, блядь, темно, нихуя. Я не пойму, я еще, блядь, после пьянки, блядь. А, алло, вот сейчас слышишь, ты, по-моему, я кричу тебе, ты проходил. Слышишь меня, эхо? Нет. Эхо пошло, нету? Нету. Блядь, сейчас опять стекло разобью, может, услышишь? Сейчас еще одно. Да не надо разбивать стекло. Да я одно, и все, похуй. Сейчас. Такое нахрен одно. Рот ебал. Сейчас, погоди, не лопнуло. Эхая, посыпалось. Чё, видишь меня? Я здесь. Вот он я. Сейчас видишь меня, нет? Нет. Как нет у меня? Так, ладно, все, я пошел. Хватит мне тут ерундой заниматься. Ты прикалывайся или издевайся? Я вот кричу. Эхо пошло, нет?
Нет. В смысле нет? Я понял тебя. А как тебя зовут? Это, собственно, не важно. Я тебя понял. Утканулся, да? Чего? Ты утканулся или как? В смысле? Что в смысле? Я сейчас тут нахуй все станки обосру, если ты не подойдешь. Я не понимаю, где ты находишься. Ты сам где, родной? Я не понимаю, ты, блядь, издеваешься. Ты на улице. Да. Что? Ты где есть, блядь? Я в цеху, тут туда-сюда уже, блядь, уже через два окна выхожу, а тебя все нет, блядь. Да какие окна, окна? Ты на улице, блин, был. Я был, я ж посрать выходил, блядь. Сейчас опять тебя ищу в цеху здесь. Дед, позвони, блядь, зовут Настя, скажи, ты новый педагог московский, решил Нина познакомиться с новенькой ноля. У вас один тут цех, ты что, издеваешься, что ли? Я, блядь, просто хочу по-человечески, блядь, с тобой, блядь, решить конфликтную ситуацию, чтоб ты, блядь, не начинал мне здесь, блядь, хуйню устраивать. Я тебе просто бы дал денег, блядь, 5000 за стекла, блядь, и пошел бы, а ты ходишь, крысишься, блядь. Что за человек, я хуй пойму, бля. Алло. Ты где есть? Блядь, порезался от стекло, и все в крови здесь, блядь. Станок забрызгал, блядь. Алло. Ну? Ты в цеху, да? Нет, я не в цеху. А где? На улице. Блядь. Сейчас я еще одно стекло разобью, чтоб услышал, я не... рядом. Ты ебанутый? В смысле, блядь? Ну ты же меня не слышишь, как мне еще, блядь, я не знаю, чтоб ты понял, где я. Алло. Сейчас, подожди, не бей ничего. Да я ничего не бью, я хотел, блядь, это самое, чтоб ты меня услышал. У меня 5000 есть, заебал, что ты сразу нервничаешь? Я тебе заплачу за эти стекла. Алло. Алло. Короче, сейчас попробую что-нибудь... Станок какой-нибудь забрать отсюда. Стоят красавцы, ждут меня. Сейчас я их попробую подвигать. Ну, зараза, блядь. Что ты попробуешь? Станок хочу себе тоже забрать такую. Здоровый, сука. Хороший, блядь, немецкий какой-то, да, сука. Нормально. А что за станок? Да я хуя, темно, блядь, стоят всякие, блядь, приблуды. Ты мне скажи, дорогой, ты вообще подойдешь или тебе похуй? Это что, суруповерты здесь или что это, блядь? Слушай, а сверла тут есть где-нибудь в каком-нибудь отделении посмотреть? Может, хоть сверла возьму в карман? О, нихуя себе. Я хуй. Блять, шуруповерты, сука, лежат. А, нихуя себе, аккумуляторы, сука. О, это другое дело. Ты где есть, долба? Я уже все здесь себе забрал. Да, я еще немного пьяный, да. И что? Да мне плевать. Я здесь решаю. Я здесь главный. Это мой район, нахуй. Да. Да. Что? Ой, ой. Нихуя себе, сука. Ой. Это что тут у вас? Можно забрать? У, сука. Да-да-да-да-да-да. Ниппон. Он сбросил, забоялся. Пошло. А я не пойду. Деда, позвони еще раз на пост охраны. Скажи, что ты в склад залез и наворовал латунных фитингов и 600 фланец и уже через забор перекинул. Попроси, что пожарник тебя не палил. Алло.
Алло, я что-то не пойму, тебя нет, я вот тут фитинги латунные сейчас через забор перебрасываю. Понял. Это самое, фитинги латунные прям, ну, забрать хочу себе, мне пригодятся. Фитинги, вот, флянец 600-й, вот, смотрю здесь. Сейчас я сына позвал, мы с ним через забор кидаем. Фитинги, флянец 600-й. Сынок, лови еще флянцы и фитинги. Дяде плевать, походу, охраннику, ему не надо. Давай, давай, кидай побольше, я буду ловить, это перебрасывать. Давай, сынок, все. Лови фитинги, флянцы, все нам дома в хозяйстве пригодится. Алло. Алло, алло. Как слышно? Алло. Алло. Я не понял, мне что, можно дальше здесь, что ли, забирать? Просто я не хочу проблем, пойми меня правильно. Ты сейчас начнешь, блядь, предъявлять, якобы я вор или что-то еще. А мне, ну, нахуй не надо. Понимаешь? Алло. Алло. Сынок, на, еще папа кидает. На пакетик флянцев. Ну, давай побольше, блин, кидай. Все равно никого нет пока по-тихому. Флянцы кидай, все 600-е фитинги, все ловлю. На, все. 89-31-71-33. Юля работает Алло. В скорой парамедик. Я не слышу, блядь, ничего не пойму. Как будто всем плевать на флянцы. Алло, не понял. Меня слышно или как обычно? Ты где есть, ты подойдешь или нет? О, блядь, трубы еще газовые. Сейчас заберу, блядь. Алло. Алло. Не надо плакать. Все, что мое, то будет мое. Все, что твое, все то, что ты успеешь перехватить. Ты меня понял? Алло, Андрюш. Алло. Не понял. Мужик, ты сейчас где находишься? Да вот, я сейчас флянцы, где флянцы, вот это склад, да. Перекидываю флянец, фитинги, 600-е, вот эти вот. Занимаюсь тут. А что такое? К нам на территорию, не могу его найти. Я уже все пробежал, все цеха, не могу его найти. Звонит, говорит, я все. Алло, мужик. Да, да, да. Ну, перебрал немного, блядь, залез к вам, блядь, на склад, блядь. Сейчас фитинги забираю, блядь. Фитинги. А где вот склад? Сейчас я покажу. Я здесь. Машина закрыта? Открыто. На свечок какие-то. Да, есть еще. 600-е, флянцы, все, фитинги забираю. Все, сынок, на пока, по-моему, им вообще наплевать на нас. Никому ничего не надо. Ну, тогда мне в хозяйстве пригодится. Алло. Слушай, я не знаю, сказал, у нас работал. Да, работал. Сегодня день строителя, праздник был, блядь, отмечали с мужиками, перебрал его. Алло. А ну, покричи, хоть я тебя услышу, не? Сейчас я тут стою. Да я хуя пошел, я уже вышел за территорию, здесь фитинги забрал и пошел. Все, я вышел отсюда. Сынок, пойдем, пойдем, родной. Пойдем, дядя злой какой-то. Да, да, пойдем, папа, быстрее, блин. Что-то их много там. Побежали. Побежали. Алло. Не понял. Сейчас, блядь, посрать сяду. Что-то у меня после этого праздника все никак просраться не могу. Пьяное говно не покидает желудочек мой. Сейчас я попукаю. Чуть-чуть, может, покакаю. О, я вижу вас, мужики. Я вот он, стою здесь. Алло, видно меня?
Алло. Алло. Ладно, я пока покакаю с витинами, посижу сейчас в пакетике. Сынок, сколько там у нас витинов? Сколько флянцев витинов сегодня у нас здесь, а? Какое количество фитингов и флянцев мы сегодня с тобой добыли? Скажи, родной мой, сколько штучек у нас всего этого имеется? Так. О, так это латун получается. Латунные, если они пригодятся в хозяйстве, можно сдать на латунь, да? Сколько их штучек у нас? Так, у нас получается фитингов латунных по 20 штук. Фитинги, все вот это вот, ну, то, что ты просил, я быстренько раз-раз и в пакетик. Нормально, хватит нам. Побежали, папа? Да, да, все, побежали. Алло. Слушай, походу, все, они ушли. Давай сейчас я газель подкачу к забору. Не, газель, Сереж, сейчас наберу Сережки. Газель подкатит к машине, ну, машину прям к складу сюда. Прям будем, чтобы, так сказать, добрать. Это... О! Нихуя себе, тут шуруповерты еще лежат. О! Алло. Не понял. Не понял. Не понял. Не, нормальный такой, 18 вольт как раз папе пригодится в хозяйстве, да? Ну, мне тоже нравится. Мне можно такой взять тоже один домой? Мне тоже пригодится Богдану. Конечно, можно, сынок, забирай, на. Алло. Что-то куда-то ушел бы. Ну ладно, пока он ушел, я здесь покакаю, еще посижу. Там, блядь, накипишь там. Он, походу, тревожную кнопку нажал. Чоп приехал. Ахахаха за ахах. Спасибо, деда, за стрим. Бля, ну ты ему хоть скажешь, что это прикол был, а то реально, блядь, сейчас там будет искать кого-то. Спасибо, брат. Пожилая жалость удалась. Андрюха прям поверил. Я ему звонил ща, но я сказал, что это розыгрыш. Он уже мусоров вызвал, чоп. Ментам объяснение писал. Но он держался молодцом. Он норм тип. А, ну главное, что ты ему объяснил, что это прикол был. Спасибо большое.